«Сделано в Ветке». 6 минут второго в городе Кирове. Программа «Сделано в Ветке», в студии Николай Голиков и наш гость, историк-краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета Евгений Петунин. Евгений, добрый день. Добрый. И мы продолжаем наше путешествие в прекрасные времена, когда не было коронавируса. Зато был крах империи. Да, потому что сегодня у нас в эфире 1991 год, последний год СССР. Но поехали. Что веселее, даже не скажешь. Там. Ты помнишь город Ленинград в 91-м году? Бежит ОМОН, бежит спецназ, стреляя на ходу. Да. Правда, не шибко бегали, были солдатушки обычные там, и рядовые милиционеры. Но помню, был тесно, благонадежность. Что вы делали с 19 по 21 августа 91-го года? Ну, до 19 августа у нас еще 8 месяцев, поэтому начнем поэтапно. Что же происходило? Страна была шокирована 1 января 1991 года гайдаровскими реформами по свободным ценам. И если до того вообще было все пусто на прилавках, то стало что-то появляться, но просто вызвало огромный шок. Если бутылка пива стоила 50 копеек, то пиво стало по 5 рублей. Там сметана, молоко, там, ну, кроме, может, там хлеб не сильно подорожал, еще что-то. А остальное все безумно выросло. В принципе, средняя зарплата была 300 рублей, но купить было вот абсолютно нечего. Народ был наэлектризован, заполитизировал. Проходили в разной степени большие и малые митинги. Стоило появиться кому-то из начальства, народ кричал: «Позор, позор!». В общем, все всем не нравилось. За пределами области тоже происходили события, которые привлекали внимание. В общем, Россия, точнее еще СССР, был главный ньюсмейкер, мировой ньюсмейкер 91-го года. В начале года фактически совершен государственный переворот в Литве. Вот начался распад СССР. Борис Ельцин подписал договор об отношениях с прибалтийскими республиками, в которого стороны признавали друг друга суверенными государствами. Вот. В этом же году был референдум. Кстати, вот мало кто помнит, референдум за сохранение СССР. Всего высказались 112 миллионов человек. 146 миллионов, из них 112 вот, за сохранение СССР, то есть 76%. Но процесс шел тут уже. Но видишь, в этом референдуме, кстати, я насколько помню, да, вот эту цифру правильно сказал, но участвовали. На территориях некоторых республик референдум уже не проводился, то есть их мнение вообще не учитывалось. Там несколько республик просто объявили бойкот референдума. Отменяли в Грузии всю конституцию России. Вот, и основные события все это с начала года проходили в Прибалтике. В январе отряд спецназа группа «Альфа» взяли штурмом телецентр в Вильнюсе. Но иногда повторяют эти кадры по телевизору. Вот танк крутит башней, чтобы сбросить народ, который лезет, там хватается за пушку, там лезет на танк. Стрельба из телецентра, погибла. Ну, по официальным данным, 15 человек. Но вот я думаю, что кто-то еще помнит известного журналиста Невзорова с автоматом в руках и с надписью «Наши» на прикладах. Вот в этом году состоялись первые президентские выборы в России. Даже. Вот победил Борис Ельцин, не в СССР, в России уже, за которого проголосовало аж 57 с лишним процентов избирателей. Ну, вот все до путча у нас, в принципе, так это помаленьку нагнеталось, но люди знали, что, да, вот, невозможно уже. Еще про начало года, это же была еще одна очень веселая история такая, для вот, я помню очень хорошо, и, я думаю, многие помнят это, вспомнишь, такой был еще союз, еще когда СССР-то был, и был союзный министр, последний, по-моему, даже он был, Павлов. Да-да-да, была. И который учудил обмен денег. Угу. Вспомню, паника тоже была, вот, когда вдруг было приказано, что там, что, 50-рублевые, 100-рублевые
надо менять, но меняли их только в ограниченном количестве, типа для того, чтобы изъять там какие-то незаконные заработанные средства, я не помню точно для чего, да, такое... но паника была серьезная и... Забавно был Павлов, да. Такой мордатень и, угу. и бобрий подстриженный, который говорил, что я здоровый человек, это может подтвердить моя жена, там, и никакого не будет там обмена денег, и тут же этот обмен состоялся. Да, 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 это вот, кстати, да, та самая история, что никакого обмена денег не будет, после чего его объявили, это одна из тех историй. И поэтому у нас, в принципе, народ власти не верил, но вот я замечу, что вот, хорошо помню те времена, вот не было такого градуса... взаимной неприязни, там, не буду употреблять слово ненависть, там, взаимное вот, непонимание. Сейчас, может, не было интернета, не было комментариев. Ну да, были там коммунисты, которые всех достали, которые уже отжили там свое, которые показали свою несостоятельность. И народ стремился к переменам, вот, но то, что сейчас обменивается мнениями в какой форме, конечно, это все... гораздо больше. В принципе, тогда не было холодной гражданской войны. Была попытка что-то поменять. Интересно, что вот действительно люди, которые входили во власть, в том числе там на региональном уровне, на московском, они совершенно не понимали ситуацию. Вот я нашел, ну, посмотрел подшив журнала «Известия КПСС» за 91 год. Июнь и номер. Передовица аж целого секретаря КПСС и Манаенков. Он опубликовал вот эту свою монографию «Репить наше единство». И уже в 91 году, когда Москву сотрясали митинги, миллионы, когда были референдумы, когда народ вышел на улицы, человек из власти писал о том, что в подведомственной стране скудная прилав и разрыв хозяйственных связей, дефицит, преступность, национальное потрясение. Он, конечно, открыл для себя, что имеет место добровольный выход из партии. Только за 90-й год вышло 1,8 миллиона человек из КПСС. Вот. Прекратили деятельность пятая часть цеховых парторганизаций, половина партийных групп. Этот же Манаенков жаловался, что в некоторых республиках и областях партийные организации работают в осадном положении, вытесняются из трудовых коллективов. Вот номер был подписан, сдан в апреле 91-го. До фактической смерти КПСС и СССР оставалось 5 месяцев. Ну, до официальной регистрации смерти, скажем так, 8. И один из руководителей правящей партии сообщал, что процесс этот носит болезненный характер, но он... внимание, излечим, и лучшее лекарство, вот. Только не смейтесь, это решительное организационно-политическое укрепление КПСС на надежном фундаменте организованности, дисциплины, активности, инициативы коммунистов, их ответственности за судьбу партии. Вот сейчас я вспомнил 91-й год, вообще, да, советское вот, время, потому понимаете, что эти вот формулировки, это риторика, вот, да, вот эти риторика, заклинания, да. Все думали, что... вот заклинаниями и дисциплиной стоит вернуть андроповские времена, загнать всех, и все вернется. Трагедия была этих людей, которые не понимали. И, в общем, 91-й год – это даже не распад империи, это не попытка путча, это вот борьба старого, отжившего и нового. Вот не все так вот просто происходило. Вот в том числе вот у нас в 91-м году, ну, консервативная губерния, конечно, патриархальная, вот на местах, и старая сопротивлялась. Лидия П., заведующая Уржумским районным отделом народного образования, отказала в приеме на работу одному из членов Социал-демократической партии России. «Сначала выйдите из своей партии», – посоветовала заведующая. «Потом будем разговаривать. РАНО – не частная лавочка, а идеологический отдел КПСС». Дальше в газетах отмечается, что Лидия П. не первый раз использовала служебное положение в интересах родной коммунистической партии. Так, 10 марта 1990 года по ее приказу педагоги райцентра превратились в тюремных надзирателей. Дети сидели в заперти по классам до тех пор, пока, видимо, в Уржуме не закончился митинг.
чтобы, не дай бог, не примкнули. Да. Учителям, чьих учеников заметили бы на митинге, грозило увольнение по служебному несоответствию. Вот вам это ничего не напоминает? Ну вот как раз напоминает. Вот очень напоминает. Очень напоминает, да. Все понемножку повторяется. Помогло? Не помогло. В 91-м году. Ну, страсти и пели, и по другим причинам. Вот же писала пресса, что неприличная история произошла на Подосиновском лесопромышленном комплексе в поселке Демьяново. Из поступивших по бартеру на комбинат 14 рейс их мебельных гарнитуров ровно половина прямо со станции в обход профомовской очереди отправилась на квартиры начальника станции другого начальства. Ну, это такая стандартная советская история. Ну, но, по крайней мере, тогда еще был Подосиновский ЛПК, да, то есть он еще пока работал. Сейчас там на его базе уже другая совсем организация. Ну, это новость послепутчевая, но тоже скажу, потому что это тоже наша история. Швейная мастерская в городе Советске приступила к изготовлению дешевых капроновых курточек из государственных флагов братских советских республик. В дело пошел залежавшийся на складе комплект стягов. Из полосок разрезанных советских знамен был сшит красно-синий-белый российский флаг. Но это было позже. Это уже потом, ну, было, вот, да. С одной стороны, конечно, нищета, заполитизированность, а с другой стороны, ведь в стране тотального дефицита легко делались деньги. Вот беда наших предпринимателей была в том, что вот когда чуть-чуть приоткрыли дверь и разрешили там частную собственность, какое-то предпринимательство, там кооперативы и прочее, решили, что это навсегда, и деньги будут зарабатываться элементарно. То есть лежа на диване можно делать, в принципе, хорошую маржу, и это будет всегда, раз вроде СССР закончился. Вот. Ну, вот, если так посмотреть по Ирову, то прежде всего, конечно, 90-91 год особенно, это дата появления их стихийных рынков, точнее, раньше называли толкучка или барахол, вот по принципу вот этих барахол, вот, которая из чижей расползлась по всему городу. По всему городу было на центральном рынке, Октябрьске, кругу Муцума, вьетнамский рынок. Да. Вот, мы говорили в 90-м году про этих несчастных вьетнамцев, которые приехали голодные, больные, на самые тяжелые работы, на меховую фабрику, на жевенный завод, вот эти сырые, соленые кожи там обрабатывали и все. А в 91-м году они что-то заработали, но была очень красивая история у нас в области, да и не только у нас. Вот, понимаете, вот в условиях дефицита запретили вывозить из региона все. Вот, вплоть до того, что проверка в аэропортах, там еще где-то и вален, и нельзя любой. Я вот из Архангельска маленький радиоприемничек упал, я его убирал коробку, я просто под видом, что, ну, давно купленный мое там, чтобы мало ли ничего там. И в Ирове, и там, особенно в Москве, все там от носков до носового платка надо было приобретать только по паспорту. Есть прописка, купишь, нет, вот, живи, хочешь, вьетнамцы. Они за год что-то заработали, и, в принципе, они что-то смогли купить. Там, деньги нельзя было отсылать, они купили холодильник, и мотоциклы, одежду, лекарства. Лекарства тоже нельзя было вывозить, поэтому они тырили эти таблетки за двойные стенки холодильников. И вот издали распоряжение, что и это нельзя. И было огромное противостояние, вот особенно в Вахрушах, когда вьетнамцам не могли объяснить, вот тогда уже образовался таможенный пост, вот, и надо было у вьетнамцев изъять, просто в наглую изъять вот то, что они купили, эти мотоциклы, все, не знаю, это было, во-первых, и в политическом плане очень неверное решение, во-вторых, эти нищие вьетнамцы без средств, это сейчас вот наши, представьте, вот наших сограждан, которые уже все там про них писано, переписано, в Индии, которые не могут вылететь, в Россию нет денег, выпнули из отеля, из квартир, из города не могут выехать в аэропорт. Вот вьетнамцы оказались
в 91-м году в той же ситуации. То, что они заработали, у них отняли. Денег у них не было, они вложили в этот товар. Государство не помогало, они остались, зависли. Поэтому, ну, во-первых, раз в 91-м году набирал обороты РЭД, появилось слово «этир» или «этер», там, когда поначалу, то начала проявляться вот уже и вьетнамская мафия. Естественно, эти работники ушли в криминал, у них было очень жесткое сообщество. И, с другой стороны, вот этот криминал, он помог выйти куда-то на... И это серьезная конкурирующая тема, и организовать вьетнамский рынок возле ЦУМа. Тогда была диаспора, туда невозможно было сунуться, вот еще не было их этих ни павильонов, ничего. Вот вьетнамцы потом их уже уплотнили в эти два павильона, в шайбы на центральном рынке. Но 91-е это было у ЦУМа вьетнамский рынок, причем в основном нелегально. Оставшиеся не по своей вине в СССР вьетнамцы вынуждены. Ну, кооперативы набирали силу, вот, в принципе. А с другой стороны, при тотальном обнищании вот, были совершенно ненормальные законы. Делались деньги из ничего. Вот известный предприниматель в том году, вот он только что, я с ним виделся, на прошлой неделе он уехал сейчас в свои южные края. Это Владимир Кощеев по прозвищу Пасечник, да. Вот, ну, пчеловод, предприниматель. Он мне признался, что он делал деньги из воздуха. Вот, в частности, было знаменитое пиво, бренд года 91-го, это пиво Ходота. А то помнит, хорошее было пиво. Реклама была, да. Да, вот... Пиво было запрещено, ну вот Вятич, он не мог реализовать свою продукцию, вот им-то законом того времени просто он продавать не мог. Пиво завод отпускал по 50 копеек, а на улицах оно разлеталось по 5 рублей. В день, если там на одной точке продавалась одна машина 200 ящиков, считайте, там 1000% дохода было. Люди продавали прямо с машины, пива в магазинах не было по 5 рублей, при зарплате 300 рублей, в принципе, хорошее пиво Ходот убрали. И вот если изо дня в день работать там по 8 часов, ставить там, ну, хотя бы 5-10 точек, то какой был доход. Этот же вот шеф, он говорил, что я легко мог купить в 91-м году 10 трехкомнатных квартир в Ирове. 10 трехкомнатных. Но был закон, что больше одной квартиры нельзя было приобрести. Да, тогда все в руки там, по одному давали. Да, надо было там прописываться, без прописки сложно. Или вот в Москве он мог там не одну квартиру в Москве сейчас бы на дауншифтинге жил бы и горя не знал. А ну вот думали, что будет всегда. То же самое было с мороженым. Мороженое также отпускалось по символической цене. Известная бабушка вязкого бизнеса, вот тогда же она в ту пору поднялась, ну, фамилию, я думаю, у всех на слуху, вот, которая начинала на мороженом, также вот упали там по 50 копеек, продавали по 5 рублей, и казалось, что вот он, капитализм, вот он настоящий, все, любой человек, там, маломальский, там, с одной извилиной он может зарабатывать, и это будет всегда социализму. Конец, вот частное предпринимательство, вот вспухали фирмы, которые сейчас даже и не все помнят, Ариэль, Рома, другие, вот в принципе, но был тотальный дефицит, вот интересно, что газеты, они еще не научились жить на рекламе, и рекламный бизнес еще, ну, был не в силе, вот это... У города еще не было сознания, вот эти вот рекламные щиты, рекламное пространство, там, продавать рекламные площади. Вот даже, ну, помнишь, не задумывались. При нас же создали в город-администрации рекламный отдел, но что-то он влачил. Причем раздавали офисы направо и налево. Я буду печатать, кто-то там один бизнесмен говорил, я буду печатать бланки для город-администрации. Да, пожалуйста, вот тебе офис огромный на полэтажа там дома какого-то. Ну, в центре города красивый, да, домик там достался. Кирпичный, вот другой, да, там тоже что-то. А в газеты жили, были созданы. Сейчас вот можно смеяться над этим, но создавались коммерческие структуры в газете, которые
зарабатывали. А чем зарабатывали? Просто спекулировались, упали одно, и что-то там где-то продавали. Вот, например, газета «Наш вариант», она выжила за счет того, что где-то на просторах СССР они нашли это там машин, грузовиков, маленьких телевизоров черно-белых, да, и, в общем-то, привезли сюда, эти телевизоры толкнули, и как бы газета прожила еще на этих деньгах. У нас в газете «Выбор» тоже была коммерческая фирма, и это... У нас, во-первых, там стиральные машины были, вспомни, у нас целый огромный офис, да, стиральных машин стоял, мы их по очереди охраняли по ночам, потому что охраны не было. И это мутные личности, то известный даже Вяц Ибн Ир на Эрбукву, вот он работал в коммерческой структуре, они все хорошо поднялись, вот, то есть надо было что-то найти, что-то перепродать, а деньгами поделиться с газетой, а потом они все прикинули, да нафиг нам делиться, зачем мы должны, да мы и сами проживем, мы хорошо вписались в этот бизнес, и поэтому вот многие бизнесмены начинали со структур коммерческих, вот все магазины, которые бумага, что там еще у нас, это перо, это все... коммерческие структуры газеты «Вяц» и «Наблюдатель», которые также поработали, потом решили, что а зачем нам это надо. Кстати, в 91-м году как раз вышел первый номер газеты «Вятский наблюдатель», по-моему, 1 апреля, если не ошибаюсь, потому что вот как раз ведь я говорил тогда, Сергей Бочинин и Наташа Кузнецова, более известная как Вера Югубович, они как раз работали в «Выборе», потом поехали они к шахтерам, забастовавшим в Воркуту, и обратно в «Выбор» больше не вернулись, вернулись из Воркуты и начали, наконец-таки, издавать «Вятский наблюдатель». Вот как раз это год его рождения. Да, первые номера печатались аж в белой холунице, это на желтой бумаге, что-то такое, листов, даже не газеты, вот была. Но, понимаете, вот эта борьба, она на всех уровнях была, борьба старого и нового. Кто-то зарабатывал деньги, а советский режим неофициально продолжал считать предпринимателей спекулянтами. Вот, всячески вот это как бы транслировалось на всех уровнях, особенно в сельской местности. Вот, например, членам сельских ировских кооперативов запрещено было продавать сигареты, поросят, запрещено было заправлять их машины бензином. Вот. Цель этой блокады была задушить рост и нового, доказать нежизнеспособность новых форм хозяйствования. Это, с одной стороны, вот местная такая вот власть, она пыталась задушить, а с другой стороны, ну, куда деваться, поддерживали другое. Надо было, вот раз пошло фермерство, надо было, ну, указания с Москвы, там, стиснув зубы, поддерживали это фермерство, надо было, да бог с ним, пусть не будет, но надо было для показухи хотя бы одного, двух, трех этих фермеров иметь, а мало ли, на всякий случай, вдруг приедут проверять, а вот у нас есть. Ну, раньше были придворные колхозы у нас, миллионеры, там, в Котельниче, Искра, этот дядя Гриша Фоминых вот под Орловым, куда можно было возить комиссии, так, и вот решили пойти по этому пути, создать придворных фермеров, естественно. Самым знаменитым был наш бородатый, большой, известный фермер по фамилии Орловский, вот. И он умудрился, это фермер номер один был, в общем-то, с моей легкой руки он и попал в масс-медиа. Но вот в 91-м году на телепередаче в Москве, вот представьте, лично от министра сельского хозяйства фермер номер один Ировской области получил, внимание, безвозвратный кредит, безвозвратный, на который по тем временам можно было построить пятиэтажный четырехподъездный панельный дом. Чудеса были. Жень, прервемся на полторы минутки и продолжим. Сделано в Вятке. Продолжаем разговор с Евгением Петуниным, историком, краеведом, руководителем музея Вятского госуниверситета. У нас сегодня путешествие в 1991 год. Мы тут заговорили о вятских фермерах, о вятских бизнесменах, так называемой первой волны. Люди поумнее чувствовали, что все это ненадолго, что все эти легкие деньги могут, в принципе, быстро закончиться. Поэтому вот кто успел, кто вот так вот бизнес, вот этот ларечный, рыночный, это да, их вытеснили. А кто успел построить магазины, то кто успел создать и это крупные фирмы, ну или там
холдинги корпорации, те выжили, а вот рыночников задушили, да, и фермеры. Но был такой нюанс, вот эта огромная галопирующая инфляция. С одной стороны, вот за одним-то числом быть бы в тех временах, конечно, сейчас бы оказаться и спрогнозировать. Вот фермеры можно было идти просто прийти, те ткнут бумагой, у них глушь там, вот на тебе, вот здесь вот эти самые земли, а ты даже можешь не смотреть там. Да-да, я согласен, я поеду фермерствовать. Все, подписываешь бумагу, и тебе кредиты беспроцентные там. Да еще и безвозвратные, невозвратные, как мы только что говорили. Да. И ты бежишь, там еще цены не вспухли. Вот когда там вспухало пиво, там продукты в магазинах, еще залежи были прошлогодних, там, видимо, то, что было произведено в 91-м, поднимали, а то, что там в 90-м году все еще по деревням, по райцентрам упали дефицит, там, начиная от зарядных устройств для автомобилей, игрушки там, и все вот по старым ценам. И также вот техника была, тракторы, все по мизерабельным каким-то ценам. Этот фермер новоявленный, он просто с бумагой мчался, покупал там трактор, и это роторные сил, и плуги, машину «Волынь» там, или «Москвич» даже, если повезло. И все, и можно было лежать, плевать в потолок, даже не ездить, не смотреть на землю. А многие так и поступали. А потом проходило время, там, и вот эта власть, не окрепшая или там еще не погибшая власть, робко спрашивала, ну, а ваше фермерство? И просто писал, а у меня не получилось, вот там, типа, ни хрена не выросло, ничего там не народилось, и все, в общем, я закрываю. И тихонечко за это время, за год-два, цены вырастали на 1000%. Если трактор там стоил сотни рублей, то продавался в дефицит за огромные тысячи, когда уже действительно фермерство. И многие вот на распродаже того, что они успели приобрести вот в 91-м году по мизерным ценам, то же самое и со строительством. Такой был популярный слоган тогда: «Куй железо, Горбачев». Вот. Я помню, меня уговаривал приятель: давай строить. Отец жив, Порошина. Вот я взял землю, рядом участок. Нормально, я тебе в этот проект дома одинаковое сделаем. Берем суду на 10 лет 25 тысяч. Ну, зарплата 300 рублей. Это, ну, в принципе, терпимо. А я квартиру получил 2 года назад. Вот, ну, у меня было не актуально, да еще дача была. А он взял там, и он готовился там выплачивать полжизни, там этот кредит. Все. Другой приятель, он так, вот кооператив тогда еще, видимо, что-то было, вот это возможности, и он начал строить кооперативную квартиру. А через год, через там полгода даже, вот эти 25 тысяч, даже надо было 50 брать, они превратились фактически в нечто. Вот смотри, я как раз вспомнил этот обмен денег, да, меняли 50-рублевые, 100-рублевые, отчитались крупными деньгами, да? Помнишь ведь? И в этом же году, в 91-м, в конце уже года, было издано указание о печати новых денег, номиналов. И уже появились 200-рублевые, 500-рублевые и 1000-рублевые купюры в этом же 91-м году. Да. Хотя в начале года 50 рублей считалось крупной денежкой. Ну, то есть ваш кредит, он выплачивался легко и незаметно, 25 тысяч, 50 даже тысяч с одной зарплаты. Практически, то есть практически люди получали вот на халяву те же там, вот технику скупали, все это задарма. Вот сейчас бы, конечно, задним умом надо было взять 50 тысяч, построить добротный дом где-нибудь в пригороде, и все бы, еще и квартиру бы здесь. Ну, то мог знать, то мог предполагать. Где-то зарплаты индексировали, иногда чуть ли не ежемесячно в госструктурах, а с другой стороны, вот милиции ничего не платили в 91-м. То есть, во-первых, вот у них зарплаты были меньше, чем у журналистов. У меня были друзья в ОВД, и они вынуждены были постоянно ночами подрабатывать там охранниками на кожзаводе там где-то. Еще дежурили что-то там, чтобы, потому что на деньги не прожить было. Тогда же вот вошли в моду и рацион для нищих, например, у меня приятель, он хотя был офицер, не самый мелкий в ОВД, 2 детей. Вот у них была традиция варить суп из пельменей. Варили пельмени
бульон оставался там, пельмени 5 оставляли в бульоне для этого супа, доставали пельмени, крошили туда овощи, и вот на семью был вот этот супчик пельмени и на закуску пельмени. Двое детей у него собрали школу, он сумел купить только один портфель на двоих, они у него дрались, кому нести этот портфель. Сейчас вот это кажется невероятным. Ну вот, тем не менее, так вот и жили, и поэтому, думаете, вот так вот оно, вот ни с того ни с сего произошел этот путч, и этот путч быстро закончился. Ну, помнишь, как все начиналось? Да, я помню прекрасно. В 91-м году. Да, довольно взрослый мальчик, да, был. Вышли на работу по телевизору, по-моему. Ничего, «Лебединое озеро». «Лебединое озеро», как обычно. Да, была тишина. Вот все заварушки у нас в стране, они проходят в столицах. Вот. Если даже в 17-м году чуть ли не через полгода узнали, что там временное правительство, там все, а матросы не приехали и грабить не начали здесь. Вот. Но тут... Видимо, информационные технологии были другими, и поэтому про путч уже слухи просочились сразу с утра. Люди почувствовали неладное, где там никто ж не говорил, что... Это сейчас вот уже начинают там всплывать документы, что Горбачев в своем этом форусе на даче сидел, он якобы без связи ничего. Связь у него была и такая, и такая, и спутниковая, и спецсвязь, и все. Всю не могли на худой конец мог послать какую-то горничную, купить там помидор на рынок, и она бы из телефона автомата позвонила бы, надо дозвонилась. Вот. Все там было, выжидал, видимо, чья возьмет. И вот потом на экране появились такие малосимпатичные личности за длинным столом, вот типа пресс-конференции, вот когда эти напряженные лица, когда дрожащие руки пуга, когда объявили, что Горбачев у нас болен по состоянию здоровья. Не может исполнять свои вот обязанности. Вот тогда и началось. Ну, это в Кирове хорошо, не знаю, вот эта сеть подпольная, не подпольная, но не было слова «либералы», тогда были демократы Демроссия, тогда были, все, да. Они, это моментально образовались с утра группы, одни там с мегафоном, заводом на площадь, на Филейскую площадь, там объяснять рабочим. Тут же милиция там реагировала, переехали, лепсии еще. В итоге народ стал собираться, народ стал даже уходить из цехов, заводов, с режимных заводов, что вообще было невероятным, стал уходить, стекаться. Вот, в частности, собирались и на площади, собирались у Степана Халтурина, собирались за Октябрем, вот это, где был заборчик, где прессу сам издатовскую печатали. Ну вот, организовались и это структуры стихийные, никто ничего не знал, и ну вот я это выпал, потому что пришел в газету один КГБшный майор. Газету закрыли, то есть под каким-то предлогом, ну там в типографии неполадки, и все, газету «Выбор» закрыли. Вот. Ну газету не закрыли, просто мы не выпускаем. Ну, печатать номер, не мы, стали. Да, мы как раз занялись тем, что, понимаешь, тогда было радио. По радио что-то можно было узнать, по радио, как тебе сказать, не по советскому, понятно, радио, а можно было поймать там... Ну, это да. Что-то еще, стали... какие-то обращения Ельцина доходили через Литву, там, через что-то это... еще, через эти вещи. Мы стали просто стали печатать листовки, да. И печатали все. Листовки, с утра расклеивали на заводских заборах, помню, что мы там на Авиаске район охватывали, там что-то еще. А вот этот ГБшный, ну, не буду фамилию, Егор Степанов, да, насколько говорить. Я помню. Да, его же нету. Но... Его нет живых, он недолго прожил, к сожалению. И он сказал: ребята, ну, вот, не знаю, чем все это кончится, вам лучше уехать. Я взял, там открылась охота осенняя, я просто уехал в деревню и приехал уже с победой. А события развивались, там собралась огромная толпа. Они вначале здесь пинали дверь, вот напротив, где мы сейчас сидим, обкома партии. Оттуда вышли это люди, которые были очень растеряны и сказали, что да, мы... Вот, не будем. Хотя был план и в Ирове, войска там готовились, юрии, там конвойная дивизия была уже в стадии готовности. Но вот не стали выводить войска.
в Москве там, да, там танк и там, ну, все это знают, троллейбусы перевернуты. У нас же, это, потом эта толпа пошла по улице Московская на Ленина и пришли ЭГБ. За зданием ЭГБ поднимались черные дымы, там жгли документы, жгли архивы. Да. Оттуда вышли сотрудники и сказали, что да, мы поддержим Ельцина. И в итоге вот еще два дня было в напряжении, 21-го, все, там победа, сил. Ну, вот с той поры у нас и началось вот крах империи. И, ну, он шел уже к тому времени, Жень, уже, понимаешь, в этом году уже практически развал Советского Союза произошел фактически. То есть прибалтийские страны, они уже признавались на международном уровне независимыми. Там, в Грузии избрали там Гамсахурдию или кого-то, может, я не помню точно, да. То есть это уже развал практически произошел. В этом году он просто был оформлен. Еще ведь пытались, помнишь, эти Новогорьковские соглашения, да, там Горбачев собирал, там что-то еще пытался собрать. В итоге все кончилось Беловежским подписанием. Нет, тут вот, да, обвиняют Горбачева, что он там, он уже ничего фактически не мог решить, изменить. Уже все. Он пытался это сделать, у него это не получилось. Сейчас уже Ельцина обвиняют. Но... А Борис Николаевич сделал то, что он считал нужным. Поэтому есть, такой был красивый номер 22 или 23-го. Августа вышел «Вятского края», рисунок был у него, где это мел, эти пучистые, там, если будет вас пучить, я вас «Вятский край», красивый Ельцин, седой, и такое, все это. Я был на интересном мероприятии, когда вот на крыше город администрации, вот я с фотоаппаратом снимал исторические моменты, это спуск красного флага СССР, да, и поднятие вот, трехцветного флага, да. Вот это были мои фотографии, вот интересные были времена потом. Ну, чтобы еще немножко... Это, ну, у нас буквально две минутки по 91-му пробежаться. Вот, конечно, год не только путчем был известен. Были и утраты. Умер Фредди Меркьюри в 91-м году. Поэтому Квин снова стали безумно популярны в этом году. И особенно последний альбом «Иннуэндо». Вот в этом же году, 91-м. Вот вчера будто было, вот я помню сейчас по телевизору вот все эти кадры, застрелен Игорь Тальков, кстати, за несколько месяцев был в Ирове на гастролях. Вот я пришел туда, был саундчек в цирке, и звук был очень плохой. Вот Тальков ругался, был нервный такой, поэтому вот интервью не получилось. А вот кто бы знал, вот действительно эта история до сих пор тут... И слухи, и все уже невероятное. Тут все тут обросло. Ну, это, в принципе, понятно. И в этом же году умер хороший человек, лидер группы «Зоопарк» Майк Науменко. Что-то мы о грустном, Жень. У нас буквально 20 секунд. Давай что-нибудь хорошее и попрощаемся. Ага. Что-нибудь хорошее. Ну, и веселились. До сих пор вот у нас был Новый год. И нынче отплясывали под Сюшу. Юбочку из плюшу Алены Апина, и до сих пор слушает «Желтые тюльпаны» и прочую белую черемуху Мартина. Вот «Терминатор» еще вышел, кстати, в 91-м году. «Терминатор 2. Судный день». Тоже. Так вот, что... такая часть этого года, понимаешь, можно было бы еще, конечно, целый час поговорить. Но еще народ не осознал, что случилось, и все, вот я скажу, что успокоились, разошлись по домам, а в принципе вот это ползучая контрреволюция, она снова собралась, вторые лица заняли место первых, и ничего не поменялось. Это был Евгений Петунин, программа «Сделано в Вятке», 91-й год. Ну что, до встречи в 92-м. Спасибо. «Сделано в Вятке» —